День работников органов ЗАГС примите самые теплые пожелания здоровья, счастья, успешной и плодотворной работы на благо и процветание любимой Родины. А сейчас слово для поздравления предоставляется заместителю председателя правительства Пензенской области Беспалову Валерию Николаевичу. Уважаемые коллеги, позвольте мне от имени губернатора Пензенской области Василия Кузьмича поздравить вас с праздником вашим профессиональным. Ну, ведущий уже сказал все теплые слова, которые необходимо сказать в этот день. От себя могу только добавить то, что не случайно 18 декабря были приняты 1917 года нормативные акты, говоря сегодняшним языком, декрета, который заканчивает гражданский брак, гражданские правоотношения между супругами России, и только лишь через два дня было принято решение о создании чрезвычайной комиссии, который сейчас известен как День органов госбезопасности. С праздником! Всего вам хорошего настроения, любви, и надеюсь, что новый 2015 год вам принесет много радости. Удачи! Мне уполномочили передать вам приветствие и поздравления. Конечно, коллеги, вы выбрали очень благородную профессию себе. Вы решаете не только государственные задачи, вы решаете вопросы и наших граждан. Как отметила ведущая, к вам приходят люди своими радостями, с хорошими настроениями. В первую очередь создается новая семья, вы ее регистрируете, родился ребенок, вы даете свидетельство. И получается, вот как вот та процедура, которая происходит в этом случае, это как театр одного актера. Приходят красивые, нарядные люди, а вы одни. Но главное – здоровье, благополучие, финансовое благополучие. И чтобы в жизни у вас все складывалось удачно. Ну и в 2015 году, ведь Новый год скоро будет, мне бы хотелось, чтобы люди, которые здоровые сегодня, никогда не болели. Те, кто хворает, что в 2015 году выздоровели все. И вот так мы будем жить под 2015 год. Непростой, я думаю, ничего страшного. Так что с праздником вас! Приятно сегодня играть здесь для вас, в этом прекрасном зале. И я хочу начать свой концерт с произведения Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучит прелюдия и фуга ля минор.